Итак, у нас техническая неисправность. Сейчас дочиним. Стала такая вот хаски. Ставьте лайки. Смотри. Привет, друзья! Сегодня прекрасное утро. Вчера у нас был ураган, дождь. И, естественно, мы хотим сейчас испытать нашу машину в болоте. Мы не могли упустить такой возможности, потому что самое лучшее, что можно придумать для машины, это, конечно же, болото. Поехали в болото. Итак, поехали? Ну, давай. Давай, вперед. Впереди дороги нас ждут огромные болота, огромные лужи. И, естественно, мы сейчас туда нырнем. Легко. Легко. Вообще. Сейчас найдем лужи. Вау. Наша собака... Прям как на моторчик. Мы не просто так выбрали такую дорогу, такую местность. Потому что здесь такая вот природа, болото. Очень круто. Наша машинка без проблем проходит эти все препятствия. Колеса уже все в грязи. Канат, трос вытягивать. Да, у нас есть трос, канат и собака наша хаски. И вот здесь вот такое мягкое. Все, но наш водитель, о, нашу машинку заносит, о, справляется с любыми препятствиями. Ой, главное, чтобы не перевернулся. Нет, вообще супер. Прикольно. Видите, поле у нас тут. Ну, короче, экстрим. Всем, кому нравится экстрим, ставьте лайки. Ну что, реально круто. Сейчас мы найдем болото настоящее. Болото. Я думаю, ребенку вообще супер ехать по таким дорогам. Он получает море удовольствия. Да, у нас будет. Я бегу. Да? Ты привет помашешь? Привет! Ну да, за рулем отвлекаться нельзя. Поэтому... Давай, давай. О, мы нашли там лужу. Стремимся к ней. Давай, болото в лужу. А ну, давай водичку быстренько. А ну-ка, здесь и грязь, и болото. Давай. Круто, ну давай. О, ух ты, мы... О! Давай, давай, поехали, нажимай. Застряли. А ну, нет! Колесо вообще тут прокручивается, ну, давай назад. Болото стекает. Прикольно, вау. Давай, давай. Смотри. Круто. Смотри, смотри. Прикольно, вот это настоящий экстрим. А ну давай назад. Давай назад. Нажимай назад. Главное подальше, чтобы болото мне брызнуло. Давай, ну, едем. Собака что-то так. Так. Сейчас, это техническая неисправность. Итак, у нас техническая неисправность. Сейчас зачиним. Чиним, наша машинка старенькая. Какие-то проводочки там отпали. Но ничего. Куда? Иди сюда. Прикинь, тут в этой клавиши. Садись, давай машину, поехали. Клавиши, тут вода вот вообще. Ничего себе. Везде болото. Не, подожди, для бегемота. Отойди. Итак. Вот такая у нас. Кому-то нравится мыть руки. Кому нравится мыть руки в лужах, ставьте лайки. Кстати, я люблю ковыряться в болоте.
Во. Ты как свинка Пеппа. Так правильно собрать и делать из него шарик. Очень. Ну, а как мы потом домой будем грязные? Лешик, ты же за рулем. Ты что, пап, будет руль весь грязный. Давай быстренько садись. Итак, у нас, наверное, перегрелся мотор, что-то с электрикой. Будем ехать в гараж чинить. Да, инструментов нету, придется ехать домой. Ехать мы будем не просто так. А мы снимем все равно болото еще завтра, может быть, сегодня починим ее. Купил запчасти новые. Сейчас придется привязать нашу собаку Беллу. Хаски нашу. И посмотрим, как она вытянет. Итак, мы привязали наши хаски. Рули, Карлин. Так. Мы на аварийке, едем домой. Короче говоря, все круто, я даже не знаю, кому бы хотелось посидеть в такой машинке и вас бы покатала такая вот каски. Ставьте лайки. Смотрите, как круто. Все, давай, идем. Вообще прикольно, смотри. Смотри, оно потянет, давай. А ну-ка. Ничего себе. Вот это прикол. Быть, машинка едет быстрее, чем... Я в шоке, я не успеваю за машинкой. Вот это круто вообще. Ставьте нашей собаке лайк. Что реально она старается, чтобы вам было интересно. Ай, умничка какая. Смотри. Вау, супер вообще, смотрите. Просто круто. Вообще. Хаски — это незаменимый мотор. Давай, давай, поехали, пошли. Ты же хотела бегать, да? Ты же у нас здесь, да, хотела бегать, ты же глава тут, видишь, тянет. Смотрите, вау! Вот это, ну как, вам нравится? Ребята, вам нравится? Лёсик, нравится тебе? Итак, наши герои приближаются к финишу. Наша Белла, умничка и красавица, в целости и сохранности привезла детей домой. Итак, что, да, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки и ждите наших новых приключений. Машите ручкой. Всем пока! Пока!